Всем привет! С вами Школа социального предпринимательства «Новотерра». Я Яна. Рядом со мной сидит Наталья Павлушина, художник-анималист. Наталья является участницей школы социального предпринимательства в прошлом году. Наталья, расскажите о своем проекте, пожалуйста. Мой проект, он такой достаточно, наверное, простой, несложный. Просто я люблю рисовать животных. Художник-анималист – это тот, кто рисует животных. Вот. И я достаточно давно уже этим занимаюсь. И мне очень хочется делать сувенирную продукцию именно с животными всего мира. Не только нашего зоопарка. Хотя мысли, конечно, первые об этом. Вот. И, собственно говоря, поэтому я и попала на школу в прошлом году, что мне хотелось как-то понять, что делать, и вот начать какие-то шаги в этом направлении. И расскажите, какой итог у вас от участия в школе? Что-то интересное подчеркнули для себя? Да, конечно. В школе было очень интересно принимать участие, потому что просто новый толчок, новое направление, потому что был не только этот проект. Там еще обсуждали проект «Зоопарки России» в рисунках художников-анималистов, опять же, как вы понимаете. Вот. И, в общем-то, просто новые направления, новые какие-то мысли появились. Именно вот с точки зрения бизнеса, когда все это обсуждали, что вот и целевые группы поменялись тоже, на которые, собственно, направлен проект. Ну, то есть очень много полезного было, на самом деле. Вот. И я надеюсь, что все-таки это какие-то результаты, помимо моральных, еще финансовые, тоже какие-то вышли. То есть вы свой проект продолжаете, развиваете и все-таки стараетесь в бизнес превратить эту. Может быть, идею. Не так быстро и не так активно, как хотелось бы, в силу ряда разнообразных объективных причин, субъективных тоже. Но тем не менее в это направление я продолжаю двигаться, потому что это вот то самое, что мне хочется делать в этой жизни. Спасибо.